Очень. Очень хороший автомобиль. Сейчас доступен в салоне в нескольких цветах. Полегче, Влад. А к этой тачке прилагается вышка. Меня зовут не Влад. Какая вышка? Нефтяная вышка. Нам нужна нефть, потому что эта тачка жрет тонны нефти. Нам вообще нужна такая тачка, Влад, чтобы была яркая, стремительная, недорогая, с кучей всяких прибамбасов. Вот модель. Когда я говорю «отличный дизайн», я не имею в виду катафалк, Влад. Автомобиль абсолютно нового поколения. Модель адаптирована к российским дорогам. О, остановись, детка! Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? Я разбираюсь в автомобилях. Малышка, может, тебе лучше идти продавать электроплиты или фен? Очень дорого мы будем жить в подвале. Ты видел фильм про «Назад в будущее»? Это автомобиль будущее тебя увезет. Сам ездил, знаю, покупаю. Ты должен купить эту тачку. Почему? Как почему? Это же я. Эта тачка про меня. Купи, умоляю. Между прочим, данный автомобиль развивает... Он развивает только комплекс неполноценности, Влад. Очень часто люди перевозят в своих автомобилях несколько сотен килограмм свежей рыбы. Люди никогда этого не делают. Люди не грузят рыбу. В стране ничего не происходит. Да, Влад? Да я не Влад! Тачка огонь. Много всяких прибамбасов. Это Hyundai 30, детка. Ботаник, вижу, твоя подружка заценила мою новую тачку. Это модная стереосистема. Это Hyundai 30, ботаник. Звони мне, крошка. Hyundai.